Жилищно-коммунальные службы находятся на рабочем посту днем и ночью. Дороги, магистрали, путепроводы очищают порядка 300 единиц техники. С 1 по 5 января в Уфе выпало 86 сантиметров снега. Это уже 93% от месячной нормы. В декабре 2022 года выпало 112 сантиметров снега, а это 110%. Сегодня погода продолжает нас радовать своими осадками. Сейчас мы работаем в Орджоникидзевском, Калининском и в микрорайоне Сипайлово. Здесь тоже работа по уборке дворов и улично-дорожной сети организованы. Сейчас дополнительно проезжаем парки и скверы, смотрим, как там организована работа. Тоже определенные усилия там прикладываем. Поэтому работаем, продолжаем. Задачи никто не снимал. Совместно с государственной жилищной инспекцией мы эту работу организуем. 9 числу, чтобы максимально все наши дворы были почищены. Мобилизовали всю свою технику. Выводим, вы видите, наверное, без выходных. Девчонки работают, ребята выходят на линию. Трактора работают у нас все в полную мощь. Ну, снег, сами видите, идет и идет сутками. Сутками на дороге, во дворах. Вот. И детские площадки приходится убирать там. Ну, стараемся, все для наших любимых жильцов. А, смотрите, дополнительно какую-то силу привлекает жильцов или кого-то еще? Ну, да. Выходят жильцы, машины иногда убирают. Некоторые убирают, некоторые ругаются. По-разному бывает.